Итак, дорогие пользователи, я решил ответить на ваш волнующий вопрос. Больше там миллиона друзей ВКонтакте, и как бы, ну, процентов 30 интересуются постоянно таким вопросом, как войти в матрицу, как вообще понять смысл. То есть, как бы мы сидим в интернете, ВКонтакте, бьемся головой об монитор, но никак не можем понять, где же эта матрица, то есть, как, что за белый кролик, вот, почему не черный, не шоколадный заяц, ласковый мерзаяц. Вот. И тем не менее, как бы, ну, меня попросили ответить. Паша тоже Дуров, как бы, спрашивал. Я решил, вот для фончика он мне посоветовал мелодию, неплохая тема такая, матричная. И, ну, много ответов, как бы, которые мы не знаем, допустим, почему именно машины согласились помириться с Нео, вот, и пошли ржаветь куда-то на свалку. То есть тоже мы никогда эти вопросы не узнаем. Истина всегда будет сокрыта. Но хотя бы на один вопрос, что такое матрица, на самый простой, я отвечу. Вот, поставим музычку позитивную. Значит, можно найти ответ на вопрос на сервисе YouTube, как ни странно. То есть универсальный сервис. Вот набираем в поиске обязательно «иду за белым кроликом». Нет, давайте наберем не «иду за белым кроликом», а то негр обидится, что именно «за белым». Наберем, допустим, «матрица». Маша и Медведь вот появилась в поиске. Нет, «матрица». «Матрица» существует, да, мы знали. Так, «матрица», «белый кролик». «Белый кролик». Гарри, Гарри, йо. Вот, белый кролик. Заходим. Вот. Здесь сервис YouTube, вот именно верхнее видео. Только так мы можем пройти как бы за Нео. Он только на этом аккаунте. И дальше перед надписью YouTube набираем SS. Я объясню, почему SS. Кто помнит, как Нео допрашивал агент Смит, помнит такую фразу, что как бы он говорит... Типа, Нео, ну, типа, признайся, что ты избранный. Морфеус звонит. Ладно. Это мне Морфеус звонит. Не-не, это мне. Вот. СС, потому что он ему говорил, агент Смит, он говорит, как бы, ну, расскажи, почему ты там избран. А он говорит, меня не запугать гестаповской липой, вот. И вот зашли мы на YouTube. А тут много, как бы, страничек таких путающих, очень... интересных. Ну вот новости, допустим, Мармек удивил своим заявлением после боя с Кличко. То есть Мармек признался, что поскольку Кличко на 3 головы его выше, как бы он боится продолжать с ним вообще диалог, как джентльмен. Дальше, любимой Аллочки больше не будет никогда, написано. Ну, сдохла, наверное. Вот все были потрясены, увидев у Брежнева и такое. Ну, это как бы Брежнева нас мало интересует, как и Хрущев. Вот, скончался актер сериала «Интерны» после, видно, неудачных выборов президента. Путин плакал, интерны скончались. Так, жизнь превратила мальчика из «Один дома» в живой труп. Ну, вот, вот это вот, вот проходим мы сюда. Проходим сюда. Открылась страничка. Но, Морфеус, ты не прост. Ты не прост, надо идти дальше. Читать новость дальше. То есть никто не захочет как бы вот на этом остановиться. Обязательно пройдет дальше. Проходим. Так, куда же ты меня манишь, Тринити? Тут есть 2 варианта. Либо увеличить фото. Посмотрим, все ли так просто. Давайте попробуем увеличить фото. Нажимаем «Увеличить фото». Появляется еще одна страничка. Так, значит, мальчика похож на... Еще одна страничка открылась. Вот, похож на Киану Ривза в старости. Мальчик из «Один дома». А тут еще надо нажать одну страничку. Вот, опять увеличить фото. Вот, опять подобная страничка. Так, и вот, наконец, мы увидели, во что превратился, как бы, Маколей Калкин, ну, решив узнать, что такое матрица. Поэтому, как бы, уважаемые друзья ВКонтакте, не пытайтесь. И никто вам не скажет, и не Павел Дуров, и не Морфеус. Вот. Теперь, когда мы закрываем эти странички, агент Смит, как бы, он занялся самокопированием. И вот, как видите, страничек стало в 10 раз больше. Вот давайте закроем еще одну страничку. Вот реклама геля для ногтей. Вот лечение простаты. Еще непонятная какая-то страничка. Личная Маколея Калкина. Еще одна простата. Давайте посмотрим, сколько раз. Где-то, ну, кликов 100 произошло. И так мы не узнали, что такое матрица. То есть, как бы... Вопрос риторический. Ответа мы не узнаем никогда.